Ощущение. Я сегодня себе ее нанесла на мокрое лицо.
потихонечку, ушки потихонечку себе. Приятно, да? Мне тоже нравится, она такая приятненькая. Сладкая.
и декольте. Потом опять ее чук-чук, эту пенку. Супер питание, восхитительно. Я такую использовала красную. Закончу тут 100 миллилитров. Девочки, рекомендую. А это зеленая с неоцинамидом. Пептид 9. Давай. Подождем, когда она пошипит чуть-чуть, да? Давай шейку, декольте. Вот так, вокруг глазочек. Чуть-чуть. Я вот сюда не мажу, я делаю вот так вокруг. И вот так. Давай. Все, посиди. Смотри, видишь, она уже начинает беленьким. Таким. Сейчас, ой, видишь, у меня на лице. Вот, у тебя так же. Она как бы чуть-чуть, она не так шипит. Неуклюдно. Давай. Вот так. Грудку. И плечики я делаю. Я даже вот так сюда крем наложу. Давай. Вот. Приятненько. Смотри, как уличка становится. Супер. И вот сюда. Давай. Так. Сейчас я тебя вот так вот потихонечку пальчиками поделаю. Потихонечку. Давай. Так. Закрой глазки.
моя ты хорошая. Так, дальше. Дальше кремушек. Тоже урежь. Это пишут сыворотка. Я его как крем использую. Она такая килевая, такая нежная, такая сыворотка. Я как крем могу использовать. Давай сначала эту сыворотку. Давай. Хорошенькая. Мне нравится. Вот еще. Ну только гелевая такая. Ну-ка. Ой. Вот так. Давай еще раз. И вторую сыворотку. Сыворотка гель. Лобик. Носик. Вокруг ротика. Щечки давай. Угу. Еще короче, ну ты поняла, да? Я что-то редко смотрела. Первой ночи на этой подушке из гречневой лоски уснула, прикинь, не мучилась, уснула. И стою, как то ли шея не болит. Ну, короче, понравилась мне подушка из гречневой лоски. Я знаю, что они есть. Не... Ну, их много можно хоть где купить. Я купила в Берлине, потому что у меня там скидка 20%. И мне вот этот кремушек. Я его взяла, чтобы по чуть-чуть добить там. И это ничего не ждала, если честно, от него. Он мне так понравился. От него такая такое ощущение приятное на коже. Аромат, если честно, для меня ярковатый, цветами какими-то пахнет. Вот такой оранжевый аромат. Но крем, девочки, я ночной мажу и утром, и вечером. Мне понравился. Стоит что-то. Видишь, стоит. Аромат приятный, необычный. Он где-то минут через 30 пропадает. Поначалу кажется прям такое, ну как бы много его. Потом раз минут 15, он прям рос в кожу. Супер, вот такая кожица становится, знаешь, как это. Ох, вот прям много я наношу и сюда, давай.
когда есть, тогда покупаю. Давай. 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 Очень приятненький, да? Потрогал вот так личико. Даже сразу вот оно какое-то такое, да? Давай. Шейку и декольте. Ой. Давай шейку и декольте. Шейку. И он даже вот когда его разносишь, он уже как-то сразу, хоть и кажется жирноватый, но он как-то вот это и тоже мне хватает. Вот и на все лицо. Даже я могу два раза постолько взять. Честно, кулончик мой упал. Я хотела, чтобы ты красоту видела мою. Понаряднее чуть-чуть. Ну? Я не знаю, может это не от него, потому что я уговорю тебя, чем только не пользуюсь, если честно, всем подряд. Ну, понравился, короче, вот этот крем, девчонки, кто за 5 лет покупает. Я покупаю, когда есть деньги. Лишние. Деньги-то есть всегда, но лишние не всегда. И ухода у меня много. Так. Ой. Ты себя чувствуешь хорошо? Ты мою красоту не нагрязная. А чего? Чего у нас осталось, ручки? Давай кубки сначала. Давай. Давай я тебе кубки. За кубками, а? Вот у меня этот масло для губ. А у меня страшно же желушаться губы, особенно лето, зимой. И я разорилась, короче. Купила вот это для губ Dior. Именно маслица. Смотри. Видишь? Вот. Написано Lip Glow Oil. Lip Glow Oil. Оно и как блеск. Такое приятненькое. Как блеск оно выглядит. Не просто масло намазало, оно впиталось. Оно и ухаживает. И дает красивый, как блеск. Естественно, у него разные есть вот эти оттеночки там. Мне кажется, они чуть-чуть идут. Мне кажется, они не дают, конечно, цвета такого. Но губы красиво выглядят. Супер класс. Отличные губы перестали у меня шелушиться. Это время вот такими ремками были. Ремками. Давай. Давай. Классно. Тут такая, такой ограничитель хороший. Не растекается, не липкая, питает супер. Ну чего рекламировать отличное масло? Давай. Так держи. Верхнюю хорошо так. Так сделай. Приятно. Вот такой ограничитель хороший. Как раз от одного спонжика. Одного раза не хватает, что прям. Вот так. И мне нравится то, что вот этот эффект. Он будет держаться, пока ты его не вытрешь. Вот честно. Оно, не знаю, я полдня как-то ходила. В магазин уехала с утра, мы накрасилась, мы уехали. Я в обед приехала, у меня такие же губы блестящие.
общем, мне так нравится вот этот продукт, супер. Хэмс какой-то. Не знаю, он густой, на молочко не похож, смотри. Видишь, как крепко дело. Я руки... Напиши. Люблю тебя. Вот так делай ладошку мне. Вот так буду делать. Давай, 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 расслабь. Я держу одну руку. Кайф. Обожаю такое, блин. Давай, давай. Миленькая ты моя. Всё, всё. Давай две ручки вот так мне делай. Вот. Не знаю, там много чего есть, не хочу читать. Ну что, как ты? Хорошо, твой, моя милая. Так, сейчас мы снимем заколочки, да? Заколочки. Я тебе немножко причешу и буду тебе спокойной ночки желать. А ты мне пиши, понравилось тебе. Ой, я тебе уронила заколку. Так, давай. Ты сняла черный. Со всеми делами мы похожи, да? Да, вот с этим ложись.